Помощник консультанта депутата Народного совета первого созыва Демченко Татьяны Трофимовны, Черноус Олег Анатольевич. Сегодня мы отправляем группу студентов, которые будут работать вожатыми в пионерлагере «Пионер», который расположен в Ростовской области, станица Багаевская. Группа из 30 человек. Они будут встречать наших детей из нашей же Горловки, которые будут оздоравливаться в этом лагере. Будут они работать целое лето, встречать 4 смены наших детей. Вот. Мы работаем с этим лагерем уже практически год. Круглый год в этом лагере оздоравливаются дети из нашего города. Основными спонсорами нашей поездки выступают Виктория Немченко и Олеся Климук. Наши давние партнеры, с которыми работаем мы уже более 2 лет. Они спонсировали нашу поездку. Красный! Конечно! Передаем эстафетную палочку. Ура! Все. С этого момента. Давайте общую фотку сделаем. Я вам желаю спокойного лета, творческого, спокойного в плане сохранения здоровья. Вы знаете мои первые слова, да? Да. Вашего и детского. Оставайтесь такими же творческими, неуемными. Помните, что в сутках 25 часов. Я жду ваших писем. Все вопросы ваши будем решать. Пишите. Не решаем. Помните, я вам всегда говорю, нерешаемых вещей нет, не бывает. Очень прошу вас, живите мирно, дружно. Мы вас будем встречать. У любой проблемы... Плохих детей, неуправляемых есть. Нужно каждому ребенку найти свой подход. Желаю, чтобы каждый из вас смог найти на подход детям, чтобы вы были самыми. Громче, здесь вожатыми. Не слышно! Желаю, чтобы вы были самыми лучшими вожатыми. Прошли школу вожатых на отлично. И дальше продвигались. Работали летом во всех лагерях, в самых популярных, высокооплачиваемых. В общем, ребят, удачи вам! Спасибо!